Открытый турнир по дзюдо среди спортсменов 2007-2010 годов рождения на приз главы Кашхабльского сельского поселения прошел на базе дворца самбо и дзюдо Аула Кашхабль. Побороться за звание сильнейших приехали 124 юных дзюдоиста из всех районов республики, городов Майкопа и Курганинска, Аула Урупский и села Конаково. Состязались в 11 весовых категориях. Родители сопровождали юных спортсменов и были главными болельщиками. Началось мероприятие с яркого танцевального номера в исполнении ансамбля «Стауч». Все участники достойно выступили, показав высокий уровень спортивного мастерства. Завершилось мероприятие церемонией награждения. Чемпионы были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами.
Призерам также были вручены медали, грамоты и денежные призы. Отдельная благодарность от участников турнира прозвучала в адрес ведущего специалиста по спорту и культуре администрации Кашхабльского сельского поселения Зураба Таува, принявшего активное участие в организации и проведении спортивного мероприятия.